Так, свет. Ну вот, теперь совсем другое дело. Добрый день, Павел Юрьевич, добрый день, уважаемые коллеги. Да, пришлось немножко, прошу прощения, отвлечься. Да, как-то вид получался как байки из склепа, не очень радостный, поэтому пришлось добавить освещение. Всем добрый день. Сегодня мы с вами поговорим о библиографических описаниях электронных ресурсов с учетом вот тех новых требований, которые появились в новом ГОСТе. И для начала, по традиции, все ли теперь у нас нормально с светом, цветом, звуком и ресурсами? Отлично. Значит, как всегда, презентация в папочке «Ресурсы» выложена, можно забирать до сегодняшнего вебинара. Поэтому, пожалуйста, заходите справа наверху, папочка «Ресурс», и там можно будет ее скачать. Только, пожалуйста, по зеленому значку щелкайте, а не по самой ссылке, чтобы у вас скачалось и открылось потом все нормально. И начну сегодня немножко не традиционно. Был в самом-самом начале, сейчас плюсиками закрылся вопрос, прям вот так вот сходу, да, по горячим следам от Екатерины Геннадьевны. По ГОСТ 2018 сокращение вида издания, вида содержания, учебник, это, я так понимаю, то, что относится к сведениям, относящимся к заглавию. Да, учебник, учебное пособие, можно ли это сокращать? Учебное пособие, является ли обязательным или рекомендацией, или как решит само издательство. Екатерина Геннадьевна, отвечаем сразу на ваш вопрос. Потому что потом оно уйдет, мы его не найдем. Значит, правило сокращения. Учебпособие сократить можно, учебное пособие. Слово учебник, монография не сокращаются никогда. Если у нас есть одно слово, его никогда не сокращаем. Просто вот студентам так объясняю. Ну, так как у нас и цикл вебинаров, и курс, в общем-то, это из названия следует «Библиография для небиблиографов», поэтому стараюсь так простыми словами объяснить. Да, это носит рекомендательный характер, но тренд, извините за такое популярное слово, в последнем ГОСТе он и есть. Не допускается сокращение городов, вот города пишем полностью, точно места издания, а то, что касается сведения, относящиеся к заглавию, учебное пособие, сборники и прочее, вот там носит рекомендательный характер. Но, опять же, на усмотрение организации, но все-таки, вот, судя по стилистике и интонациям самого ГОСТа, все-таки идет такая тенденция в сторону полностью писать все. И, кстати, мы со студентами пробовали оба варианта, еще давно, еще до введения нового ГОСТа, до его появления, так самопально решили попробовать, писать сокращениями. Одна группа писала, вторая писала полностью. Вот у второй ошибок было гораздо меньше, потому что они не тратили время, силы и нервы на запоминание, как там сократить учпособие, учебпособие, лазить в ГОСТ, сверяться с правилами сокращений. Это просто увеличивало время и энергозатраты на правильность оформления. Поэтому вот та группа, которая писала полностью, им было полегче, и они как-то полегче воспринимали и понимали, и разбирались вот с самими правилами библиографического описания. Поэтому здесь, ну да, конечно, очень многое, кстати, в ГОСТе носит такой рекомендательный характер на усмотрение библиографирующей организации. На усмотрение, но все-таки рекомендуется. Поэтому, Екатерина Геннадьевна, на усмотрение, ну вот из студенческого опыта могу сказать, что вот так им для небиблиографов гораздо проще и легче. Написано учебное пособие и пишем учебное пособие. Если вопрос касается все-таки библиотек, ну там, да, там немножко по-другому. Да, Ирина Александровна, конечно, на сокращение есть отдельный ГОСТ.
Ну, вот мы опять же говорим о том, чтобы упростить эту задачу для студентов не библиографов. Да, как быстро сделать описание? Ну, раз разрешено полное, пусть пишут полное. И с вопросом разобрались, и тогда идем дальше по сегодняшней теме. И, кстати, вот в новом ГОСТе очень много изменений коснулись как раз вопросов оформления электронных ресурсов. Раньше они назывались электронные ресурсы удаленного доступа, теперь немножко по-другому. Ну, путаться, я думаю, еще будем долго. Привычка делать такое. Электронные ресурсы сетевого распространения. Ну, во-первых, пару слов о новом ГОСТе. Еще раз так вспомним пару слайдов и пойдем дальше. Новый ГОСТ с 1 июля у нас действует на всей территории России. Старый ГОСТ не попал под запрет, да, санкций на него нет, он остается действующим, но только на территории стран СНГ. И какие основные изменения произошли в новом ГОСТе? Все рассматривать, конечно, не будем. У нас был отдельный вебинар по этой теме, но самое основное вспомним. Две области это коснулось, ну, то, что касается нашей сегодняшней темы. Это терминология и структура и состав областей. Появились новые термины в ГОСТе. Если раньше был просто один электронный ресурс на все, то теперь появился информационный ресурс, электронный ресурс, мультимедийный ресурс и так далее. Да, информационный ресурс – это объект, там, искусственно созданный или природный объект, являющийся источником информации в любой форме, в любой знаковой системе и на любом физическом носителе. А мультимедийный ресурс – это электронный ресурс, содержащий информацию различной природы, текстовую, графическую, звуковую. А электронный ресурс – это ресурс в цифровой среде, форме, для использования которого необходимы средства передачи информации, да, вычислительной техники. И там есть тоже разные подразделения. Есть электронные данные, есть электронные программы и, возможно, сочетание этих видов в одном ресурсе. Ну, для нас немножко полегче, нам вот достаточно электронный ресурс, но просто имейте в виду, что там есть своя еще структура, есть свои подразделения. И серьезно изменилась структура библиографического описания и по количеству, и по составу областей и элементов, и по их названиям. И для соответствия международному библиографии, стандартам международных библиографических описаний в структуру была введена новая область. Область вида содержания средства доступа – это вот как раз то, что имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме, которая находится после всех областей описания. А вот общее обозначение материала, там, где у нас было раньше в квадратных скобочках электронный ресурс, мы писали, он из стандарта исключен. И это вот такая главная инновация, которая сегодня у нас в нашей теме тоже будет присутствовать. И пройдемся по основным моментам, из которых состоит библиографическое описание электронных ресурсов, да, что нам предлагает новый ГОСТ. Ну, во-первых, в качестве пункт ГОСТа он здесь указан, вот на зеленой полосочке можно увидеть. В качестве основного заглавия электронного ресурса сетевого распространения приводится то заглавие, которое располагается на титульном листе. Титульный лист – это тот лист, который открывается при загрузке ресурса. Если заглавия нет, ну, бывает и такое, открылось, а там просто текст. Заглавия нет, то приводят заглавие, ну, в порядке убывания предпочтений, которое указано на странице, содержащей сведения об этом ресурсе или в метаданных ресурса. Кстати, что такое титульный лист и что такое метаданные? Это не риторический вопрос, это вопрос к вам. Коллеги, как мы понимаем, титульный лист – это что?
Да, титульный экран. Ну, титульный лист в книге, понятно. Ага, название сайта, Елена Анатольевна. Хорошо, это титульный экран, да? Угу. Главная страница сайта. Ага. Главная страница сайта. А, понятно, пошла аналогия, да, титульный экран, это, ну, раз слово титул есть, это титульная страница, как в книге. Да? А оборот титульного листа, оборот титульного экрана, как тогда быть? Название. Угу. Вот смотрите, есть такой ГОСТ 783-2001, правда, старенький-старенький, но пока новенького нет. Называется он «Электронные издания, основные виды и выходные данные». И вот там в пункте 3.3 есть определение, что считается титульным экраном. Это один из первых экранов электронного издания или специальный системный экран, ну, сейчас чаще вот один из первых экранов электронного издания, который содержит выходные сведения о ресурсе. И в разделе 4.3 там же содержится информация о размещении выходных данных. То есть основным местом размещения выходных сведений является титульный экран, выполняющий в электронном издании роль титульного листа. И титульный экран может состоять из нескольких частей, связанных между собой переходами, ссылками. А вот дальше, к сожалению, так как ГОСТ старый, идут уточнения и более подробное рассмотрение, что, чего и откуда, только для локальных ресурсов. Для ресурсов сетевого доступа там, к сожалению, этого не было. Но электронный ресурс, являясь аналогом печатного издания, кроме собственных выходных сведений, должен содержать еще выходные сведения соответствующего печатного издания. Вот это тоже важно учитывать, когда мы, например, работаем с текстами, которые имеют еще и печатную версию. Значит, титульный экран, если совсем уже так по-простому, это один из первых экранов электронного издания, в котором есть выходные сведения, необходимые нам и достаточные для того, чтобы составить описание на данный электронный ресурс. Если не хватает, тогда мы уже по ссылкам переходим на другие, открываем другие экраны. Экран – это вот то, что у нас открыто на экране, вот то, что мы видим на нашем компьютере. Вот это и есть экран, титульный экран. Это тот, который содержит все эти сведения, необходимые для описания. И поэтому элементы выходных сведений для составления библиографического описания электронного ресурса сетевого распространения, вот они здесь на слайде приведены. Что это может быть? Это вот титульный экран или титульные экраны, их может быть несколько. Это основное меню, это сведения о программе и первый вывод информации на экран. Вот смотрите, вот это титульный экран. Это тоже титульный экран, страница Директ Академии с информацией, размещенной о курсах. Например, ну, если бы здесь были книги, это была бы информация о книгах. Если здесь есть информация, а она будет находиться и вот здесь наверху экрана, да, и в самом поле, тексте, сейчас Павел Юрьевич скажет, что я неправильно это называю, в подвале, да, вот здесь в шапке, в подвале, может находиться та информация, которая нам поможет составить библиографическое описание. Вот это титульный экран. Если нам ее не хватает, мы переходим, да, осуществляем переход на другую страницу, по ссылке, кликаем. У нас открывается новый экран, вот это, и там содержится недостающая нам информация. Он тоже будет титульным, связанным, да, переходом с этим. И проще, наверное, рассмотреть на примере издания. Вот. Титульный экран – составная часть электронного ресурса. Например, мы читаем статью в электронном доступе, статью, размещенную в электронном журнале, зарегистрированном, так как электронное средство массовой информации. Вот часть информации мы можем взять отсюда. Да, заглавие есть у нас? Есть. У нас есть даже для заголовка информация, у нас есть авторы, есть название. Есть, что еще есть? Ну, если мы полистаем, да, количество страниц, вот мы уже можем указать. Может быть, даже здесь иногда наверху пишут название журнала, да, которое тоже нам
для наших данных о самом ресурсе подойдет то, что мы за двумя кривыми, косыми черточками пишем информацию об издании. Иногда здесь еще пишут год издания, номер издания. То есть вот если эти данные указаны, вот он титульный экран. Но если вот этого у нас здесь нет, информации о самом ресурсе, у нас есть информация только о составной части. И ее мы отсюда спокойно можем взять. Тогда нам нужно осуществить переход, как правильно писали коллеги, на главную страницу сайта. А это она вот. Электронный научный журнал. Как называется, выпуск журнала. Вот мы эту всю информацию берем уже отсюда. Да, как бы титул и оборот титульного листа. Да, и сама информация в самом как бы, журнале, в самом ресурсе. Вот здесь примерно такая же аналогия. Поэтому вот это все и будет титульными листами. Поэтому вот такая история. Вот про это не забываем, что иногда необходимо осуществить переход по ссылкам, это все будут титульные листы, откуда мы можем взять выходные сведения. И метаданные. Что подразумевается под метаданными, которые тоже рассматриваются и здесь у нас указывались, да, как основные или как один из источников получение информации об основном заглавии и информации о ресурсе. Вот мне понравилось очень... Подробно на этом останавливаться не будем, просто в курсе мы уже это поподробнее рассмотрим и попробуем с этим на практике поработать. А мне понравилось очень такое сравнение канадского ученого Дэвида Бермана, когда он сравнивает метаданные с электронными конвертами, содержащими официальные сообщения и гарантирующими, что эти сообщения могут быть в будущем открыты на различных компьютерах, и их содержание по-прежнему будет истинным, значимым и понятным. То есть метаданные описывают соответствующую информацию о данных, они всегда информативны, потому что это всегда ссылки на другие данные, и они всегда обработаны. Да, рассматриваются как обработанные данные. Ну, вот, то, что мы вот сюда вот за две косые черты пишем, информация о самом электронном ресурсе, потом пишем URL, да, вот это вот может относиться к метаданным. И к непосредственно описанию самого ресурса, электронного ресурса, что было прежде и что стало теперь. Сведения, необходимые для раскрытия или пояснения основного заглавия, жанра произведения, вида ресурса, могут быть сформулированы на основе анализа ресурса. И в этих случаях их заключаем в квадратные скобки. Вот когда у нас идет, это один из пунктов нового ГОСТа, 5.2.5.7, и в электронный ресурс нам необходимо иногда эти данные добавлять от себя для того, чтобы стало понятно, о чем вообще идет речь. Когда у нас электронный ресурс, это просто иногда необходимо, иначе очень легко заблудиться. Ну, например, в прежней версии, вот один из примеров описания. Ну, режим доступа просто, чтобы не писать всю строку целиком с адресом, я просто ставлю здесь, да, вот эту вот черточку. Будем считать, что здесь находится адресная строка. Информация из адресной строки. Вот скажите мне, пожалуйста, это что? Это книга? Это статья? Это что это? Это презентация? Это что? Вот понятно из такого описания, о каком источнике идет речь? Ну, раз у нас появилось слово «режим доступа», значит, это электронный ресурс. Непонятно. Угу. А представляете, очень часто в списках источников, которые дают научные руководители или преподаватели студентам для «найдите, изучите и напишите 3 миллиона страниц, да, 2 километра текста», встречаются вот такие вот образцы. Поэтому, коллеги, когда пишете, пожалуйста. Марина Александровна, сейчас мы до этого дойдем. Сейчас мы до этого дойдем про режим доступа, а когда URL. Вот это было раньше.
по старому ГОСТу. Дополняем наше описание. Все еще пока в рамках старого ГОСТа идем. Вот это. Мы добавили сюда дополнительную информацию, сведения об ответственности. Уже стало более понятно, где это искать. Второй вариант. Мы добавили сюда электронный ресурс. Но смотрите, все равно вроде бы по правилам, а все равно непонятно, что это. Да, то ли статья, то ли, ну, судя по описанию, это, скорее всего, книга, правда? Находится в библиотеке, данные указаны, год издания, правда, страниц нет почему-то. Да, но режим доступа есть, наверное, книга в электронной библиотеке. А вот теперь смотрите, что это на самом деле. Это электронный курс. Вот если в старое описание мы бы добавили еще, что не просто электронный ресурс, который мы обязаны были добавлять, да, вот этот вид материала, а добавили бы вот это красно выделенное от себя, поэтому оно в квадратных скобках, раскрываем сущность вообще этого документа, да, что это? Это электронный курс дистанционного обучения. Все, вот теперь уже стало понятно, почему здесь нет страниц, что это такое. По новому ГОСТу это будет выглядеть вот так. Вот этого у нас не будет. Да. Издание. Вместо режима доступа у нас идет URL. Вот вопрос на ответ на ваш вопрос, когда вы спрашивали, когда пишем режим доступа, когда URL. Если раньше у нас было просто режим доступа и адресная строка, то теперь мы пишем URL, ставим двоеточие, да, без пробела, пробел после него, и после него пишем, вставляем адресную строку. А режим доступа у нас смещается либо перед URL, либо пишем доступ по регистрации. Да, вот про этот момент мы сейчас чуть попозже тоже поговорим. То есть, когда мы работаем с электронными ресурсами, вот это самое главное обязательно берите на вооружение. Не просто указать название, заглавие, там сведения, относящиеся к заглавию, но и даже если это не указано, от себя, поэтому в квадратных скобках записываем, что это сайт, это официальный сайт. Если это не указано на самом экране, нет этой информации, от себя мы ее дописываем. Для того, чтобы легко было, можно было легко найти, идентифицировать этот ресурс. И дальше по области заглавия общее обозначение материала. Вот эти самые электронные ресурсы, которые были раньше у нас, вид содержания, да, и средства доступа. Вот вместо области заглавия, общего обозначения материала, относящегося к области заглавия, вот то, что было у нас раньше, то, чем мы пользовались, это текст и электронный ресурс, у нас появилась вот такая вот вещь. Область вида содержания, средства доступа. Она ушла в конец, она указывается в конце описания, если относится к самому ресурсу. Но, как мы говорили с вами на прошлом вебинаре, когда смотрели аналитические описания, если это составная часть ресурса, статья, да, то вот эти данные, текст, и раскрываем еще электронный текст или непосредственный текст, они ставятся после сведений, относящихся к заглавию, после заглавия. Вот туда они идут, перед двумя косыми чертами. Перед ними ставятся вот эти добавления, потому что они относятся к самой статье или к составной части электронного ресурса, если это не статья, а, например, там страница сайта. А вот если они ко всему сайту относятся, и у нас описание идет на весь сайт, тогда их переносим в конец. И по да, вот теперь вместо электронный ресурс пишем электронный, текст электронный, но
Если видеозапись, то будет совершенно другое обозначение. Значит, электронный ресурс у нас теперь мы не используем в наших описаниях. Он перемещается у нас вот сюда. Текст, двоеточие, и пишем электронный. Слово осталось, ресурс убрали. Так, Татьяна Анатольевна, что такое электронные данные? Значит, смотрите, электронные данные – это информация в виде чисел, букв, символов или их комбинации. И электронные программы – это команды, операции для решения конкретных задач, которые включают эту обработку данных. То есть текст, статьи, текст на сайте, он не является электронными данными. Не относится, мы пишем электронный ресурс, когда мы работаем с текстовыми форматами. И да, вот теперь у нас вместо электронного ресурса используется вот такая комбинация. Точка-тире и вставляем вот этот элемент. Текст электронный. Либо перед двумя косыми чертами, если это у нас составная часть общего ресурса, либо в самом конце описания, если она относится ко всему ресурсу целиком. И область вида содержания и средств доступа. Вот здесь важное есть правило. Движение и звуки. Если мы описываем видео, например, видеозапись. Движение – это не видеозапись и не движущиеся изображения. А звуки – это не запись музыки или речи человека. Текст используется для ресурса, содержания которого выражено посредством записанных слов, символов, чисел, книги, журналы, газеты, печатные, электронные, там, микрофиши, если еще остались, рукописи, любая корреспонденция, письма. Вот они относятся к определению текста. Дата публикации, дата обращения. Сейчас расскажу. Анна, Нина Витальевна, хороший вопрос. Сейчас мы к этому тоже подойдем. Устная речь, что относится сюда? Это аудиокниги, голос человека в цифре или аналоге. Электронная программа – это ресурс, ну, различные операционные системы, прикладное программное обеспечение. Вот оно, это электронная программа. А электронные данные – это ресурсы, в которых содержание – это закодированные цифровым способом данные, предназначенные для обработки компьютером. И обычно они в необработанном виде не представляются. Это какие-то числовые данные, используемые, например, электронными программами для вычисления каких-то там соответствий, создания моделей и так далее. То есть то, с чем работаем мы, это чаще всего, когда работаем с текстовыми материалами, это вот все-таки текст. Евгения Юрьевна, хороший вопрос. А если это телеспектакль? Звук, музыка, речь, все есть. Все есть. Вот на курсе мы с этим будем играть как раз. Сейчас, да, более подробно разберем, как делать библиографические описания именно на виды электронных ресурсов, такие как видеолекции или вот телеспектакль, запись телеспектакля в формате видео, там выложенного на YouTube и так далее. То есть какие-то специфические формы электронных ресурсов мы уже будем отталкиваясь от ваших конкретных запросов, уже разбирать более подробно в курсе и там учиться вот эти область вида содержания и средства доступа вот работать со всей. Ой, там вот сюда еще целая куча идет подразделений, да, которые здесь используются, еще раскрываются эти понятия. То есть во всем этом разобраться, это, конечно, надо. Вот сейчас нам точно не хватит. Вот, да. А если книга с дополненной реальностью? Тоже можно. Тоже можно сделать. Но идем дальше. У нас еще осталось. Да, то есть с этим мы, естественно, поработаем. Естественно, будем работать. И пример. К
Как, вот, кстати, об интерактивностях, да, вот пример, как будет выглядеть описание, например, интерактивная карта мира, да, в Google картах. Это изображение картографическое, неподвижное, двухмерное, да, и электронное. Вот мы его расписали. Вот вам пример описания источника с интерактивом, интерактивного источника. Ага, Любовь Ивановна, ничего, приходите еще и на курс. Да, Павел Юрьевич, не знаю, там к чему там какая-то у нас пошла дискуссия, видимо, чуть повыше в чате, про случай, когда в статье сослались на комментарии ФБ. Вот в зарубежных, например, в международных стилях библиографических описаний, например, в том же гарвардском стиле, там есть целые образцы приведены, как ссылаться, и они разрешают такие, допускаются у них цитирование, ссылки на комментарии в социальных сетях, даже на электронные письма, если что-то из переписки привести, да, то такие примеры есть, например, вот в гарвардском описании. Кстати, опираясь на него, мы можем эти элементы, хотя их и нет в ГОСТе, как вот такого образца, да, железобетоном, вот только так и только так, но основываясь на том и зная правила описания работы с электронными ресурсами, вполне возможно составлять такие библиографические описания и на такие электронные ресурсы. Другой вопрос, если мы говорим о диссертациях, если мы говорим о научных статьях или работах, у всех свои требования. Да, то есть нужно смотреть и получать согласие и одобрение научного руководителя, либо согласовывать с редакцией, возможно ли в данном случае сослаться вот на этот источник и включить его в перечень источников, например, того же references, если мы говорим, например, о научных статьях. Потому что мы столкнулись с таким вариантом, когда давали ссылку не на научную статью, не на монографию, публикуя, писали статью в Скопусовское издание, нам из редакции очень вежливо попросили, говорят, вы это можете поставить, сделать ссылку, цитата по, указать какой-то источник, но в список источников вот туда, в затекстовые ссылки, выносить категорически запретили, потому что это было научно-популярное издание, это было, да, тоже какое-то обсуждение на профессиональном форуме, и люди были известны, на которых мы ссылались, но вот авторитетные, да, ученые, но вот нет, не положено, да? Ну, пришлось это сделать просто ссылкой, подстрочником вынести вниз статьи, но в референсис не включали. То есть у нас на два источника там или на три оказалось меньше, пришлось потом добирать вот там в референсисе. То есть это вот тоже учитывайте. То есть составить описание мы можем, но вот куда оно пойдет? Да, пойдет ли оно вам в зачет, либо нет, это уже другой вопрос. Светлана Николаевна, изображение двухмерное и трехмерное, если не указано в источнике, например, при описании с телеканала, видеоролика на YouTube. Ага, хороший вопрос. Ну, вот на курсе точно прям вот отдельный, наверное, по описаниям видеосюжетов сделаем прям пункт в вебинаре. Угу. И следующий момент после нашей карты. Еще один пример давайте рассмотрим. Вот это кусочек сайта. Кусочек сайта. Вот он, порядок присвоения номера ISBN. Вот оно, заглавие взято отсюда. Текст. Здесь все просто электронный. И посмотрите, он стоит у нас, вот то, о чем я говорила, после двух косых черточек, то есть он относится не ко всему сайту, да, а только вот к этой части, вот к этой статье, к этому заголовку. Поэтому он и переместился у нас сюда. И потом идет, да, откуда это взято, это является, почему две косые черты, это является частью этого сайта. В квадратных скобках пишем, и без него он
существовать не может. Да? В квадратных скобках пишем, что это сайт, год, дальше пошла адресная строка и дата обращения. Вот еще один пример, как это можно вставить. Любовь Михайловна, про пробелы ФИО и сведениях об ответственности все то же самое, что для обычных ресурсов. Отделяем пробелами, что здесь, что в сведениях об ответственности. Пробелы у нас между инициалами ставятся. Да, с запятыми сложнее. Можно, да, можно без них. И Надежда Валентиновна, 18-й год. Вот это вас интересуетесь, откуда здесь взялся год? Из подвала. Значит, откуда берется год? Либо мы смотрим по экрану, здесь может быть дата публикации или размещение этой статьи, и там будет стоять год, тогда мы берем его. Либо это относится ко всему ресурсу, и год смотрим в подвале внизу. Если скроллингом опустить, да, пролистать вниз страницу экрана, внизу экрана, в подвале самого сайта, вот там обычно пишутся года. Вот оттуда можно взять. Вкладка, а еще есть вкладка «Главная», а есть еще вкладка «Новости». Да, но это не сайт в квадратных скобках, потому что слово «сайт» у нас здесь нет, вот как название книги, да, «сайт» и раздел сайта такой-то. Это мы сами взяли. Вот здесь на экране мы вот этого слова не видим. Да, его здесь нет, поэтому мы его дописали сами. Мы просто объяснили, да, это идет как объяснение от нас, ну, наша добрая воля, чтобы человек не путался, что это не статья, а это кусочек от сайта. А они могут называться по-разному. Они могут называться статьи. Они могут называться вот это. Это строка меню. Да, и как она будет называться, вот вкладки, которые открываются, как она будет называться на каждом сайте по-разному. Поэтому да. И дальше идем. Ну и со всеми тонкостями, вот то, что касается, то, о чем мы говорили, про разные видеоролики, про электронные различные смешанные издания, как правильно указывать, есть ли это видеофильм, а как ссылаться на видеолекции, а как вообще указывать неопубликованные работы, файл, например, был у нас такой случай, нашли мы файл неопубликованный, запись очень интересной лекции приезжавшего известного специалиста там в какой-то юридической области, причем из Японии, и больше его текстов найти в интернете не удалось, причем-то аналогичных именно этой лекции. Но это была часть работы, научной работы, и человек на нее ссылался, был на лекции этого авторитета, и нашли печатный неопубликованный документ на сайте университета, он был там выложен как неопубликованный файл, буквально запись этой лекции, видимо, расшифровка с видео или с аудиозаписи. Можно составить, составили, да. То есть все вот эти вот вещи, более сложные случаи, мы уже в нашем курсе будем рассматривать более подробно и с ними попробуем поработать. Поэтому хорошо, если вы придете со своими вопросами тогда и запросами, и тогда мы уже в курсе это все с вами сможем, отталкиваясь от ваших потребностей, разобрать. Область издания и сведения об издании для электронных ресурсов также указываются, если это необходимо и если это есть. Это предписанные источники для получения этой информации, это сам ресурс. Если какие-то сопроводительные материалы, там контейнеры, обложки, если это локального доступа. Сведения о переиздании имеются в виду для электронных ресурсов. Это информация об особых способах воспроизведения, перепечатки, там, переиздания и так далее. Вместо слова «издание» вот могут использоваться те варианты, которые есть сейчас на слайде, или их эквиваленты. Вот опять рекомендательная часть ГОСТа. При составлении описания электронных ресурсов сведения об издании могут вот включать такие
такие вот термины. Да, уровень, степени обновления, вот сведения об обновлении, конечно, хорошо бы писать. Но, опять же, если есть возможности, если есть эта информация. Или можно сократить. Ой, Светлана Николаевна, отдельный вопрос про даты. Отдельный вопрос про даты. Смотря куда писать и в какое место при описании электронного ресурса. Ребят, короче, приходите на курс, с этим точно будем разбираться, с датами, да. А дата обращения, так как написано в ГОСТе и в образцах, вот ровно так и приводим. По области, вот, кстати, мы и добрались до области примечаний. Режим доступа, вот этот наш URL, это все относится к области примечаний. Хотя это элемент факультативный, но при составлении описания отдельных видов ресурсов отдельные примечания носят обязательный или условно обязательный характер. Но в отношении электронных ресурсов обязательно это вот эти вот два, которые выделены. Режим доступа, электронный адрес и дата обращения. Причем электронный адрес и дата обращения, они как бы не отдельные, а да, составляют теперь единое целое. А последовательность приведения примечания, она вот примерно вот такая же, как и здесь и есть. Для электронных ресурсов в качестве первых примечаний приводят сведения, связанные с особенностями этого ресурса. И если они нигде больше в этом описании не звучали. И для ресурсов сетевого распространения обязательно указывают следующие данные. Это режим доступа. Режим доступа для ресурсов из полнотекстовых баз данных, локальных сетей, доступ к которым осуществляется по каким-то условиям. На договорной основе, по подписке, после регистрации, после авторизации и так далее. Вот тогда это обязательно прописывается в режим доступа. Если это свободный, можно этот элемент не использовать, можно не писать, можно без него обойтись. Тогда ничего не указываем, сразу пишем. Да, и вот, кстати, еще один момент. В ГОСТе он приведен вот именно так, и вот здесь возникает вопрос. Условия доступности и режим доступа – это одно и то же или разные вещи? Есть вообще и куда его писать? До URL или после? Вот это да, это вопрос, с которым нужно разбираться. Вера Валерьевна, конечно, конечно с ним, конечно с пробелом. Спасибо. Отлично, есть. Внимательность у нас растет с каждым вебинаром. Конечно, с пробелом. Дата публикации, сейчас мы и про это тоже поговорим. Есть дата публикации, есть дата обращения. Следующий элемент, это, и вот у нас уже вырисовывается, режим доступа у нас указывается в области примечания, а условия доступности ставятся в конце описания. Причем в разных рекомендациях разных уважаемых библиографов, различных государственных библиотек государственного федерального масштаба, и тот, и другой вариант встречается. То есть и режим доступа до URL, и иногда пишут его в самом конце. То есть, а есть еще и третий вариант, как это можно написать. То есть и то, и другое, скорее всего, и третье, возможно, в зависимости от того, какой способ описания мы выберем. Но это вот прям вот отдельная тема отдельного, можно сказать, занятия. И, конечно, с этим будем разбираться уже в рамках курса более подробно и тренироваться на этом. И область, что у нас еще идет, сведения, да, вот сведения об обновлении ресурса или его части через точку тире, ну, вот это, конечно, хорошо бы писать, и как часто,
да, происходит обновление ресурса, дата последнего обновления. Это не дата нашего обращения, это когда обновлялась информация на самом сайте или на самом ресурсе в последний раз. Вот эти вот данные, как часто оно вообще обновляется, или его там 3 года назад загрузили, и так оно висит, и не обновлялось с тех пор. Но это если есть, поэтому он жирным не выделен. Если есть информация, приводим, если нет, то обходимся без нее. В принципе, для студентов, например, когда мы только привыкаем к описаниям электронных ресурсов, можно обойтись и без этого. А вот это уже обязательный элемент. Электронный адрес ресурса в сети интернет плюс дата обращения идут одной колонной. Вот теперь, да, вот что мы пишем. URL. У нас ушло режим доступа, двоеточие, как мы писали раньше по старому ГОСТу, и адресная строка. Теперь мы пишем URL. Знаете почему? Они разделились на две части. Вот он, режим доступа у нас ушел, мы его пишем перед URL, потом идет URL, да, вот они разделились, а потом уже пишем адрес, да, и пошел у нас адрес. И в конце обязательно дата обращения. По поводу, о, Светлана Николаевна, все-все-все в одном описании не совмещается точно никогда, вариации все равно будут. Сейчас посмотрим. Дата обращения или дата публикации. Вот если мы говорим о статьях в электронных журналах, то вместо даты обращения лучше писать дату публикации. Берем ее с экрана. Дата публикации, как правило, там проставляется. Ну, кстати, и на сайтах, если вы читаете, например, в блогах, да, там же пишется дата опубликована. Или газеты электронные. Дата публикации. Она обязательно есть либо в начале статьи, либо в конце. Но она ставится. Вот лучше эту дату писать. И, кстати, в архивах журналов информация о дате публикации, по-моему, на прошлом вебинаре у нас такой пример был, когда мы ходили в журнал и там работали со статьей, да, делали описание. Там была дата публикации. Вот тогда дату публикации лучше проставлять ее вместо даты обращения. Допускается такой вариант. Такой вариант есть. А если уж ее нет, тогда ищем. А если уж ее нет, мы искали, но не нашли, потому что ее нет, тогда ставим дату обращения, когда мы обращались к этому ресурсу. И это касается только публикаций в электронных журналах. Не в скобках пишется и не так, как дата обращения у нас просто с маленькой буквы, через точку тире. Естественно, поэтому у нас идет заглавная буква. Заглавные буквы, да, и пошло, когда это было. Не забываем про DOI, да, область идентификатора ресурса, и это касается еще и условий доступности. DOI мы тоже с вами разбирали в прошлый раз, куда оно ставится, где его место. DOI ставится у нас... А, вот вам, кстати, про дату публикации, вот вам и пример. Вот дата публикации, когда была опубликована. DOI, если оно касается самой статьи, то оно у нас ставится куда? До двух косых черточек. Да, вот здесь оно у нас будет. Вот вам, пожалуйста, информация в квадратных скобках, потому что это презентация, но нигде, мы этот пример, кстати, на прошлом вебинаре тоже смотрели, нигде не было написано слово «презентация», она шла как статья, да, как выступление, это была презентация к выступлению. Мы дополняем, что это такое, дописываем необходимую информацию, презентация к чему, становится понятно. Значит, вот здесь двоеточие «не». Вот здесь отделяется, потому что это библиографический знак предписанной пунктуации. Здесь у нас не отделяется, потому что это грамматический знак. Это название статьи, да, название выступления, доклада, презентации. Вот название журнала. Вот пояснение, что это электронный журнал. Почему здесь без квадратных скобок? А потому что оно было на титульном экране и было понятно с главной страницы, что это электронный журнал. Доступ там свободный, поэтому режим доступа мы не пишем. Вот вам URL и вот вам дата публикации. Светлана Николаевна, большинство
нашлось в одном описании примеров? Удовлетворили запрос? Ну вот что было в конкретном примере, вот оно все здесь у нас и проявилось. Куда вставляется DUI? А вот статья с DUI. Да, после, перед, конечно. Вот, это я вам говорила, что DUI ставится до двух косых черточек, но перед текстом электронным. Вот его место. Почему он стоит здесь, а не в конце? Он относится к этой конкретной статье. Это DUI для этой статьи. Да, привязан документ. Если бы мы его поставили в конце, он относился бы уже не к статье, а к изданию. Да, но у нас DUI присваивается на конкретный документ, поэтому он у нас вот сюда и к составной части ресурса относится, поэтому он на своем месте здесь и стоит. А вот здесь, смотрите, уже нет даты публикации. Здесь есть дата обращения. Вот он, URL. И потом через пробел, без всяких знаков, в круглых скобочках пошло с маленькой буквы дата обращения и когда. Вот второй пример, как это может выглядеть. Потому что там даты обращения обнаружить не удалось, ее не было. Ну и вот еще два примера. Режим доступа может быть вот здесь, да, вот он в конце может стоять. А вообще-то по правилам он должен быть у нас где? Да, вот здесь, перед URL. Слова «режим доступа» ставится сюда. Но вот это вот, кстати, тоже пример, который в одних из рекомендаций библиографов мне тоже попался, когда они режим доступа ставят после URL. Хотя по ГОСТу режим доступа стоит у нас вот здесь. Вот здесь его правило. Но сюда мы пишем доступность. То есть мы либо так можем написать, вот опять два варианта, есть еще и третий вариант, где и режим доступа, и условия доступности будут в одном описании, могут присутствовать. Вот с этим мы уже будем разбираться более подробно на курсе, рассматривать, в каких случаях какой из этих вариантов применим и когда и куда его размещать. А также более подробно рассмотрим составную часть сайта. Да, при необходимости в примечаниях можно указывать раздел портала, подраздел сайта и так далее. Тогда мы ставим уже две косые черты, пишем сам сайт и указываем его подраздел. Да, ну вот, да, вот здесь у нас вообще, а вот здесь у нас вообще никакого режима доступа и условий доступности нет, потому что находится в свободном доступе эта статья. Да, вот, опять, официальный сайт, все, что идет в квадратных скобочках, это то, что мы дописываем сами, мы это можем делать. И обязательные элементы, обязательные неотделимые, это адресная строка и дата обращения, либо дата публикации, если мы говорим о статьях. О статьях. Вот опять, вот оно подразделение, официальный сайт, уточнение, отдел рукописей. Это часть ресурса российского РНБ, поэтому здесь две косые черты. И здесь мы поясняем, что это. Это каталог, это официальный сайт, это учебный курс электронный, что это такое. Да, вот поэтому в квадратных скобочках мы это приводим, что это мы от себя добавили. Но это необходимое пояснение. И обязательную часть, адресную строку. Ну, так может выглядеть статья сайта. Почему здесь в кавычках? Потому что так оно написано на титульном листе. Взято в кавычки. Да, это название мы сами по себе ставим же без кавычек, но это вот так грамматически идет по тексту. Двоеточие без одного пробела предшествующего, потому что это название, а вот здесь уже с двумя пробелами,
да, пошло пояснение, что это. И дальше вот это мы можем не указывать, если оно полностью повторяет заголовок, если автор у нас совпадает в тексте, нет никаких расхождений, также написано «А. Грязев», то да, здесь можно не указывать. Вот он текст электронный, вот откуда это взято, и вот оно опять наше пояснение, что это сайт. Год, дата, электронный адрес и дата обращения. Газеты не надо. Ну, здесь вообще само по себе название. Да, газета.ру и то, что это сайт. Если это сайт издания там, газеты Вести.ру, то, наверное, можно. Номер газеты если может и не быть, Людмила Леонидовна, может не быть. Если нет, то и не пишем. В журналах обязательно номер указываем. Здесь можно обойтись просто датой. Обходимся датой и адрес. И адресом. Да, вот описание составной части сайта. Пример. Это фрагмент какого-то учебного пособия. И в сведениях об ответственности мы это указываем. Вот здесь. Перед URL мы можем указать, что это раздел какого-то сайта, подраздел такой-то, такой-то. Опять же, если это указано, то без квадратных скобок. Если это мы добавляем сами, тогда мы ставим квадратные скобки, что это мы сами указали этот путь. Кстати, вот там же с сайтом РКП, когда мы описывали как составную часть, да, сайта, можно было сделать и таким образом тоже. Вот оно идет пояснение Грамота.ру, что это такое, это сайт, это официальный сайт, это информационный портал. То есть вот это дополнение, как бы сведения об ответственности, относящиеся к самому ресурсу. Их сюда тоже можно добавлять. Не, это что-то другое, это название. Да, ну и вот составная часть ресурса, составная часть сайта. Еще один пример здесь тоже вам привожу. Да, вот то, что мы смотрели про интерактивные карты мира, разбирали. И вот вам видеоклип с официального сайта. Кто там у нас спрашивал, Евгения Юрьевна, да, как оно описывается? Вот видеоклип. Вот изображение, движущееся, двухмерное, музыка. Исполнительское, и все это электронные ресурсы. Официальные, откуда это взято? Это взято с официального сайта Вячеслава Бутусова, который находится по адресу такому-то. Заходили мы тогда-то, вот в эту дату, на этот сайт. И еще плюс в примечаниях указано, когда видеоклип был снят. Вот вся информация, вплоть до времени создания данного ресурса, она здесь указана. Вот, пожалуйста, как мы это расписываем. Но есть вот эта вот часть, она не обязательна, да, поэтому можно ли обойтись без нее, без вот этих сложностей? В принципе, можно. Обходиться можно, но если большинство ваших источников в массиве информации, которую вы помещаете в список источников, они будут электронные. А тогда без этого можно обойтись. Но тогда на меньшинство, которое будут представлять печатные издания, мы будем писать текст непосредственно, да, чтобы они отделялись от общего массива. Но вот тоже такая есть маленькая хитрость, как можно это обходить, но опять же не самостоятельно, а только в соответствии с методическими требованиями либо по согласованию с научным руководителем. Вот еще раз про DOI, например, статьи здесь есть, презентация из электронного журнала, которую мы смотрели, и статья из электронного журнала. То есть все основные варианты, которые могут встретиться, но не рассматривая какие-то уж совсем экзотические, но самые основные, с которыми чаще всего мы встречаемся в наших письменных работах, я их вам здесь привела в виде примеров. Да. Вот URL, а режим доступа, да, у нас ушел вот сюда.
да, ко всему ресурсу целиком. Ну и, коллеги, на этом мы с вами подходим сегодня к концу. Мы рассмотрели основные правила, основные особенности, которые используются в описаниях электронных ресурсов по новому ГОСТу, да, рассмотрели, какие там новшества у нас появились, и более какие-то такие экстравагантные, что ли, примеры с видеолекциями, с как сделать описание на комментарий в чате, а на пост, а как электронное письмо, а как неопубликованные файлы или ресурс. Вот это уже более, скажем так, следующий уровень, наверное. Развитие это мы уже будем разбирать на нашем курсе, который, еще раз напоминаю, курс у нас начинается 28 января, и вот там будет возможность уже поработать конкретно с теми запросами, которые есть у вас, с теми случаями, с которыми сталкиваемся на практике, более тщательно, более углубленно, потому что, ну, за час вебинара мы все охватить не можем, а у нас все-таки специфика библиографии для небиблиографов, поэтому такие иногда, ну, может быть, профессионалам кажутся простые вещи, разбираем и рассматриваем, но да, но такова наша направленность. Сейчас я посмотрю, что у нас в вкладке «Вопросы» появилось. Вижу, что горит. Почему перед двоеточием и после ставится пробел? Марина Владимировна, значит, про двоеточие уже говорила, еще раз скажу. Есть два двоеточия. Вот там, где вы видите двоеточие с пробелами до и после, это не грамматический знак. Это знак предписанной пунктуации. Это библиографический знак. Поэтому, чтобы он не путался, его и отделяют с двух сторон двоеточиями. Вот если посмотрите о знаках предписанной пунктуации, в том же ГОСТе, например, да, там это указано. Другой вопрос, что не всегда в самих описаниях пробел ставится. Да, но это уже человеческий фактор вмешивается. Иногда забывают, либо просматривает, как ошибка иногда в тех же образцах тоже проскакивает. Но это вот правило для отделения, да, сигнал нам, что это библиографический знак, это не грамматический. А так, конечно, он нарушает и режет глаз, что это как неправильно. Да. В конце описания, в какой области... Ага, в списке литературы, научной литературы с подчеркиванием или без. Смотрите, в списке источников для научной работы читайте методические указания. Кстати, когда распечатываете свою работу, синий цвет, если мы черно-белым, да, распечатываем, он иногда может не пропечатываться, поэтому лучше писать черным. С подчеркиванием или без, уточняйте. Потому что нас заставляли, например, в одном издательстве убирать все ссылки после проверки у направленности оформления. У библиографов издательских, да, они попросили убрать вот эти гиперссылки, и, соответственно, подчеркивание оно само уберется, когда мы снимем гиперссылку. Есть запись вебинара. Елена Вячеславовна, запись вебинара будет. ГОСТ по библиографическому описанию газеты... Нет. Раздел изменился. Честно скажу, специально газеты не смотрела. Надо посмотреть. Спасибо. По-моему, особо нет. Для описания в письменных работах, в презентациях, как источники указываем. А, Вера Валерьевна, в презентациях, когда вы указываете источники, можно пользоваться этими же правилами. Для письменных работ, да, но если вы в своих презентациях тут используете ссылки на какие-то источники, там достаточно привести автора, ссылку на этот источник, ну и краткое описание,
да, чтобы слишком много места не занимало, если вы просто указываете, откуда взята эта цитата или откуда вы взяли это изображение. Либо если вы приводите, например, список источников в своей презентации, который должны использовать ваши слушатели, то тогда лучше его привести вот по этим правилам, как для письменных работ. ПБС, а на нее аналитическое написание. Людмила Леонидовна, да, и без вопросов. Делаем как обычное аналитическое описание и добавляем указание, что эта книга находится в ПБС. Правильно оформляем ее доступ. Это же книга, она просто стоит на полке не у нас в шкафу, да, а в электронной библиотеке. Ее место расположения другое. В описании, вот по поводу Ольги Анатольевны, по поводу буквы Ё, честно говоря, в густе не встречалось указаний. Но если уж ее начали использовать с двумя точками в описании, то уж давайте тогда везде. Если без нее, то без нее. Знаешь, чтобы она у нас местами не вылезала. Ну что ж, коллеги, с вопросами прошли. Да, вопросы ее описания. Да, не обязательно. Не обязательно. А, Марина Александровна, электронный текст стоит в самом конце, потому что это область содержания и условия доступности, они ставятся в самом конце. Вот поэтому он туда и переместился, и он относится ко всему ресурсу, а не к составной части. Вот когда относится ко всему ресурсу, он уходит в конец. Когда относится к составной части, он перебегает в начало после заглавия. Итак, коллеги, мы добрались с вами до «Где брать дуэ?». Еще не добрались, прошу прощения, Ольга Ивановна, «Где брать дуэ?». Дуэ брать, если есть у статьи дуэ, оно указывается в самой публикации, особенно в электронных изданиях, либо в электронных версиях журналов. Дуэ проставляется. Сейчас вот скопусовские, например, издания, практически все запрашивают при оформлении статей, например, написать вот эту строчку «ДОЕ», а номер они уже присваивают сами. И потом, когда статья выходит в публикацию, там этот номер уже стоит. Соответственно, открывая электронную версию журнала, мы этот номер можем увидеть. Вот если посмотрите скопусовские статьи, кстати, у некоторых статей там «ДОЕ» нет, особенно вот предыдущих годов издания, а последние все идут уже, практически все идут с «ДОЕ». Если нет, значит нет. Если есть, тогда ее указываем. А так есть ресурс doi.org, там по DOI можно находить все источники, все статьи вот, уже по самому номеру. А если статья есть в базе, то этот номер у нее и будет присутствовать. Запрос на презентацию. Ольга Анатольевна, презентацию можно скачать из ресурсов, которые у нас сейчас выложены. Она уже выложена здесь. Справа наверху папочка «Ресурсы», и там откроется презентация, загруженная по зеленому квадратику рядом с ней, и загружаете себе. Ну что ж, коллеги, все на сегодня. Вся информация у меня точно закончилась. Мы с вами, наверное, до следующего, уже не увидимся уже до следующего года, но в следующем году встретимся обязательно. И еще раз напоминаю, все вот сложные вопросы, какие-то ситуации, связанные с особыми вариантами, особыми запросами, и плюс тренировка, и разбор более подробный, как что пишется, куда ставится, где пробелы, что полностью, а что можно сократить. Вот это все мы будем не только изучать, но и тренироваться делать, и осваивать, и получать дополнительные материалы, начиная с 28 января на нашем курсе. То есть там вот это мы все будем получать, и у меня задача свою я вижу так, чтобы снабдить вас материалами для того, да, и навыками
там, умениями, чтобы вы могли это делать потом уже самостоятельно, и публикации были не в тягости оформления статей, а в радости и удовольствии. Итак, коллеги, всем хорошего дня, хорошей среды, хотел сказать, хорошей пятницы, наступающего Нового года, прекрасного настроения, удачных публикаций и поменьше ошибок в описаниях. Всем счастливо, всем удачи и до скорых встреч!